В Москве тяжело было? Да не особо. Мешали просто всякие журналисты, всякие камеры везде лезли. Так что, подготовка нормальная была. Сегодня, не знаю, воздух какой, как она дышалась? Очень жарко было, но это я уже виновата. Оправдание ищу. Покажу. А вы, как вы объясняете вообще, что произошло сейчас? Как тренер вам... ничего. Это волнение, вот много людей, там всеобщее внимание, да? Мне показалось, Юль, когда вы выехали, как будто ноги не ваши. Не было такого ощущения в начале программы? Было под конец, в начале все нормально было. А так вторую половину вошли? Ну да, я в дорожке сильно устала и уже не хватило мне. Все, спасибо большое, Юль, все, забудьте.